Так, все, я закрыл там шторку, чтобы... Чтобы свет выключить. Так. Напротив. Это вот он. Среди рыбаков ходят слухи о местечке. А в южной части Уиспер Стрит, недалеко от особняка Блэквудов, где по ночам проходят какие-то собрания. Местные недолюбливают этот район. На востоке Грима Хайвен Бэй. Видимо, боятся тех, кто собирается возле незастроенных кораблей. Говорят, на этих собраниях читают проклятую книгу. Проклятую книгу, которая вызывает у людей такую отчаянную тоску по морю, что они идут в воду и тонут, топятся, уроды, короче. А тот, кто вслух читает книгу, стоит на борту зловещей лодки, которая почти не видна в тумане. Все, кто видел, как она причаливает к берегу, либо сошли с ума, либо исчезли. Короче, это просто утопленники, они, видать, ебанутые совершенно. Совершенно ебанько. Я закрыл окна и запер дверь. Банда королей в желтом – это просто люди. Здесь они меня не достанут. Теперь тут только я и мои кошмары. Еще немного, и я пойду. Блять, кот орет. Вот вы, может, не слышите, но кот орет, он мне прям вот. Прям 10. Еще немного, я пойму, что они означают. Я скоро сойду с ума, блять. Нахуй за кота. Лавкрафтианского кота. Возможно, местная легенда — это непростые суеверия. На огромной яблоне, которая до сих пор растет возле сидрового завода яблоня растет. Когда-то было повешено 12 ведьм. Это что-то уже необычное. Среди этих документов есть признание. Одна из ведьм сказала, что сам дьявол даровал им книгу с могущественными заклинаниями. Эта книга скрывается от глаз смертных, ожидая, когда ведьмы возродятся и вернутся за ней. Ведьма, написавшая это признание, жила в восточной части Рид-Хайтса, где-то к северу от пересечения Комьюнион Роуд и Мьюзиум Авеню. Может быть, книга до сих пор спрятана там. Типа, я задание так наберу? Мне приснился сон. Такой правдоподобный, что у меня до сих пор руки дрожат. Посреди города появилось огромное колесо обозрения. Люди поднимались на нем все выше и выше, а оказавшись на самом верху, прыгали вниз. Гора трупов все росла и росла, пока наконец толпа не вытолкнула колесу меня. И тут я увидел мужчину с кожаной сумкой. Он стоял в центре колеса и читал вслух книгу. Его ужасная панихида заставляла колесо вращаться, а людей идти навстречу смерти. Может ли такое случиться на самом деле? Я не знаю, что колесо... Так, я знаю, что колесо обозрения есть в парке на западе Олд Грова, недалеко от Сенчури Авеню и Бикон Стрит. Но где может быть книга? Блять, здесь дохуя заданий, да, я погляжу. На нахуй. Строительство церкви было его искуплением. День за днем он работал, не прося за это денег. Таскал камни, укладывал их во влажную почву Salvation Harbor. Ночью, возвращаясь в свой дом за церковью, он не мог уснуть. Его звала книга, которую его предки привезли через океан. Что-то вы себе про эту книгу пиздите, заебали меня уже. Ночью, когда церковь была построена, священник нашел его висящим на веревках колокола, а книга до сих пор ждет, когда кто-нибудь придет и прочтет ее. Его дом находится в центре Salvation Harbor на Old Church Road, между Seven Oak Street и Уэдхэйм Стрит. Это место все еще пользуется дурной славой. И даже после потопа
там никто не пожелал поселиться. Блять. Еще, чтобы разыскать эту книгу, пришлось изрядно потрудиться. Ее украли из музея Трогмортонов, а затем Том купил местный хирург, который после потопа был найден мертвым в собственном доме. Я пробрался в его жилище и осмотрел его, но ничего не нашел. Но я знал еще одно место, где может оказаться эта книга. Заброшенная, частная, больница на западе Риты Хайтса, где работал хирург. Судя по записям, она находится на Бурбон Роуд между Инсмут Роуд и Оук Стрит. Окей, сколько тут этих книг, сколько за... еще, блять, давай, да вы ебанулись нахуй, я хуею. Разговаривать с местными всегда непросто. Этот тот старикан оказался одним из самых странных. Он был рад поговорить о книге, но когда я предложил ее купить, только рассмеялся. Я оставил ее в самом безопасном месте города и заплатил столько, что она будет храниться там до конца света. А если его забросили после потопа, то это еще лучше. А незнание самый надежный страж. Думаю, он имел в виду заброшенное здание банка в Северном Адвенте на Форфазер-стрит между Хиллок-стрит и Уайтхаут-авеню. К сожалению, идти туда в одиночку слишком опасно. Да, понятно. Местные женщины распускают слухи о разрушенном доме в центральном Коверсайте, недалеко от радиовышки на перекрестке Лендинг-авеню и Кингспорт-стрит. Говорят, что призраки хозяина дома и его семьи все еще читают свою нечестивую книгу. Несколько приезжих, которые пытались там поселиться, сошли с ума. Так, все, я все эти прочитал. Итак, теперь же, что там, цешка? Таинственные книги. Блять, что, серьезно, их так много? Слухи, так. Перекресток, лендинг, Кингспорт. А это где? А, Коверсайд, да? Лейтинка, нет, Кингспорт. Итак, вот, Коверсайд, теперь здесь мы ищем. Так. Еще раз. Кингспорт лендинг. Вот. Перекресток. Ну, нам куда-то сюда. Давай сейчас просто найдем так. Лайник развален возле радиовышки в центральном... Так. Где радиовышка? Это что у нас? Давай вот сюда, да? Здесь будет здесь. Так, следующее, что там у нас? Так. Если не знание, так, думаю, он имел в виду заброшенное здание банка в Северном Адвенте. Блять.
Адвент. Ага, это там. Ладно, это когда мы там будем. Сейчас есть что-нибудь на коверсайте? Это где у нас? Больница. Так. У нас ничего не нашел, но я знаю, что такая заброшенная частная больница на западе Ридхайтса. Это тоже, да? Ридхайтс, да, это тоже такая. Так. Так. А это где у нас? На запте у Тага. А это у нас Ридхайтс восточные. А это у нас, если не так, на востоке Гремхэмбью. Ага. А это у нас так. А это никто нахуй. Потерянный в море. В северной части Коннерсайта на пересечении Asher Road и Хьювер, да? Так. Других участников экспедиции мертвых Роберт будет ждать моего отчета в своем особняке, который находится в южной части. А это получается, она находится в северной части. Так, Asher Road и Хьюб Авеню. То есть я там правильно поставил. Это значит вот здесь где-то, да? Вот так вот. Эй, блядь. А здесь где? Письма. Документы. А, то есть я могу только одно задание, да, активировать? Ладно. Я, честно, не понимаю, как я сейчас буду туда добираться вообще. Как здесь все устроено. Дверь не поддает. Мистер Арчер, я видел, как вы перетаскивали вещи к себе в комнату. Найду на полу хоть одну царапину, заставлю вас за нее заплатить. Дом владелец. Осторожнее. Есть вверх, есть вниз. Нам вниз, да, на выход. Ну, естественно же, вниз, типа выход, вверх, это крыша. Мы как дебильных ужастиков побежим наверх, типа, ну, вы там прятаться. Вау. Вот я не люблю это. Итак, маяк погас, один... Так, одни корабли потерялись в море, другие теперь украшают городские пляжи. Это ладно, но недавно в городском порту появился предприимчивый тип, который нанимает людей искать корабли. Он продает их и получает приличные деньги. Это не может быть совпадением. Надо во всем разобраться. Хотелось бы мне, чтобы в этом городе было чуть проще ориентироваться. Мне тоже хотелось бы. Значит... Чё-то нихуя. Так, закрыт. Закрыт. Это открыт. Нет, закрыт, и посмотри. Теперь можно уже смело бежать вниз. Ты чё? Своеобразное отражение, нихуя. Наконец-то вы проснулись. Имейте в виду, мистер. Если вы не перестанете шуметь, я вас выселю. А он трансформируется. Ты кто нахуй? Извините, но кто вы такой?
Вы что, головой ударились? Хую покаю. Я Виктор Олмстед, владелец этого заведения. Гостиница «Риф Дьявола». А почему я слышу звук блесков воды? Ты что там, блядь, ванник кого-то моешь или что вообще? Шуметь? О чем это вы? Мои постояльцы должны вести себя прилично. Стоны, пение, вот это все такое прочее нужно прекратить, ясно? А, я ничего не делал, ты че вообще, блядь? А, у вас есть доказательства? Может, это был не я, а кто-то из соседей? Я спал, как убитый, и ничего не слышал. Уж, как это типично для чужака. Ваши соседи, уважаемые люди, они так себя не ведут. Не думайте, что из-за покровительства этого человека в желтом вам все дозволено. Почему вы так неприветливы с постояльцами? Вы же у нас деньги зарабатываете. Приезжие, которые хлынули сюда после потопа, они все полные психи. О чем это вы? Когда они съезжают, я нахожу записки и книги. Знали бы вы, какая там чушь написана. Только и годятся, что на растопку. Можно взглянуть? Да, я так и знал. Я вам говорю, что ни один человек в здравом уме этим не заинтересуется, а вы хотите взглянуть. Да берите, что хотите. Сколько там информации? Смотри, сколько тут миссий, сколько тут квестов, блядь. Так. Это где, чё? Восточная часть, когда я был не то прекрасный фич, стрит, вот так, это нам не то. Сегодня просто восточный. Вот, Каверсайд. Это нам интересно. Восточный перекрестки Сент-Эльм. Лейн и Кикспорт. Так. Сент-Эльм. Восток. Север, юг. Запад, восток. Значит, там. Ну, для тебя это будет там. Как там? Сент-Эльм Лейн, Кингспорт. Так, восток. Это где-то здесь вот. Короче, нам все в одну дайте. Сайт так и на Walk Street где-то между. Ага. Блять, тут пока у нас не много. Так, стало так ты. Я бы не шел по стрит в центре 6. Стрит. Началось посведение в западном. Так, западный это. Я нашел в западном адвенте. Западный адвент. На Вашингтон стрит я пришел. Эбен стрит. Ок стрит, когда вдруг все. А это что? Северная часть Гримхед Бэй. Ага. А это что, временное, блядь, задание? О, Каверсайд, пошли в Каверсайд, недалеко от пересеченной Таннер-стрит и Олд Чёрч-роуд. Таннер-стрит, Олд Чёрч. Так. Где Таннер-стрит? Олд Чёрч. Вот Олд Чёрч я увидел. А где Таннер-стрит?
Так. Далеко от пересечения Танер Стрит и Олд Чёрч Роуд. Танер Стрит. Ты видишь где-нибудь Танер Стрит? Я вообще нихуя не вижу. А, вот, здесь вот пересечение, здесь получается. Обосраться просто. А это что, владелец гостиницы решил мне посмотреть страницы записи, которые он нашел. Так, среди них я обнаружил несколько страниц, извини, человек так, описывающий свою жизнь в Окмонте. Он страдал от видений, отмеченных местах, где так все мил, пытался их избежать. Так, ну короче. Еще записка. Дарин, кажется, я узнал кое-что интересное. Итак, местные рисуют на стенах знаки, чтобы отмечать особые места. Немного похоже на знаки бродячих рабочих, которых полно по всей стране. Оказывается, эта традиция уходит корнями во времена задолго до потопа. И мне удалось выяснить значение некоторых из этих знаков. В дверях ты мог видеть знак в виде буквы «Н». Он означает, что место заселено. Знак в виде решетки рисуют там, где спрятано что-то полезное. Латинская «В» отмечает опасные места, где можно неплохо поживиться. Все еще не могу понять, что означает знак в виде спирали. Может, ты разберешься. А если ты увидишь окрест с тремя буквами «К», сразу доставай пушку. Ну да. Вот, N, значит, заселено. Дорогой, блядь, записки. Дорогой Виктор, как тебе живется в Окмонте? Если тебе что-то понадобится, Блэквуды с радостью помогут. А, я с ними уже договорилась. Что же касается твоего вопроса, к сожалению, я понятия не имею, куда уехал Роберт. Знаю только, что в Инсмуте он не остался. Может быть, еще есть надежда, что он не погиб в том проклятом погроме. Пожалуйста, позаботься о гостинице. На нее имели виды многие наши родственники. Но ты мой любимый племянник, поэтому я отдаю ее тебе. А я знаю, что... Риф дьявола в надежных руках. С наилучшим пожеланиями, тетя Порция. Тетя Порция, блядь. А есть дядя Добавка. Что так очевидно, не смешно. Еще записка, да ёбаный ворот. Уолтер, еще раз услышу, что ты пытаешься сучить кому-то свое дешевое и доступное жилье, пеняй на себя. Я бы закрыл глаза на твой клоповник с монстрами, но они снижают мою прибыль. Ты совершаешь большую ошибку. Я знаю, что ты на рыбном рынке, а еще знаю опасных людей, которые там живут. И могу послать их тебе. Я тебя предупредил, Вик. Да, насрать вообще. Уолтеру. А знания. Документы. Так, ну-ка, он что-нибудь расскажет. Я все вижу, чужак. Иди нахуй, слышь, чё, блядь? А погода так неплохая. Это я здесь, да? Блять.
Угу. Вот. Вот сюда нам и попиздошим сейчас. Странно как-то все. А что, есть только на лодке? Так, а... О, так мы можем доплыть, да? Типа, пооткнуть и потом свернуть. Ну-ка, давай попробуем. Чаще монстр Мирая. Да у вас там он акула выросла. Это, конечно, все интересно. Ну, между прочим, можно прямо здесь вот сейчас зайти, Lincoln Street. Я не проплыл, нет. Здесь просто типа я не могу, да? Да, мне надо парковаться. Ух ты. Куда он пойдет? А, он просто встал, да? И этот тоже, да, просто сейчас встанет? Блять, ехуй. Дятлы какие-то. Так, ну смотрим, куда мне там. Ага, он по прямой, да? Ну давай. Вот, радиовышка. Серьезно? Типа это у вас нормально? Так. Я же не могу до этого залезть. Место кишащее монстрами. Ладно. Что же лодка есть? Так, а нам? Нам. Вот, я почти дошел. No way. Ага, вот спираль, да? Смотри, там спираль. А нам, наверное, сюда. Это я просто поверху, да, обхожу. Так, а чё мы здесь ищем?
развалины возле радиовышки в центральном Кэрсайте. Авеню и Кингспорт-стрит. Развалины. На пересечении. Господи. Ёбаный. А в чё я врезался? Ёб ты, бля. Чё за хуйня? Как я упал? Здесь сейчас сутки меняются. Смотри, ну там что-то есть. Вот, развалины, развалины. Правильно, правильно. Ага. Ух ты, блядь! Мне патрон закончился. Ёбаный. А как мне течки пополнить? На, кирпичом убил. Нет, так дела не делаются. Что это на самом деле? А где все мои патроны? Блять! Чё? Как я умер-то? А я не сохранил. Здесь есть автосохранение? А если нет, то это... О, посмотри. Серьезно. Так, а где мне брать все эти патроны, всю вот эту вот шляпу, короче? Хочу просто проверить, сундук нет, Зана не появился. Здрасте. Быстрее. Я могу как-то чертоги разума, знания, навыки, боевая жизнь. Зарядить дополнительные. Это что? Можете носить с собой 3 запасных постоянных патрона. Предметы. Вот. А, вот, смотри. Создать. Ёбаный. Тогда можешь револьвер создать. Ёб ты, брат. Да, конечно, патронов не густо. Может, этих вообще, блядь, нет. Кирпич. Ща первого ёбну кирпичом, прям он надок нахуй. Сука, тварь, блядь. Смотри, у меня все спланировано. Вот сейчас мы сохраняем. Смотри. Ща, блядь, погоди, враги воскресли. Капка. Thank you.
Нате, кирпичом. А чё ты... Да ничего не спятил, ты просто видал, что здесь творится-то, блядь. Я хули тебе, блядь, сделаю? Ёбаный, ты посмотри, какая там жирная... А? Так, прыгать он не умеет. Блять, один патрон. Капкан, сука, какая-то неудачная. Хуета, честно говоря. Что это аптечка? Аптечка мне, конечно, нравится. А, так я мог сразу туда пойти, да? Понятно. Угу. Ага. Нахуй иди. Сука. Понятно, для таких вот гусей надо брать обычную, типа. Окей. А чё, я не могу вниз, сука, капкан кинуть? Ну кидай ты его вниз. Ладно, шмальнём. А я могу фото? А чем мне вообще фотоаппарат? Всё нахуй. Так. А в чем прикол? Куда мне идти? Кто шмалял-то?
честно, непонятно, как мне туда забраться. Что-то какая-то хрень. Нет. Как прыгать он не умеет. Вперед. Только сюда. А здесь как? Я что-то не догоняю. Я что-то пока не могу, что ли? Блять, странная игра. Ёп. Нихуя. Так о чём мне? Куда мне тогда, блять? Не, подожди, не остановится. Патроны. А. Я не понял, а где тогда секрет? Книги вот. Радиовышки на перекрестке. Ну. Здесь вот радиовышка. Нельзя, да, поставить? Где-то развалины. Кишащий мусорный район. Не, там типа затоплено. Как же это, блядь, странно-то? Вообще. Непонятно, чё мне и куда. Ну чё толку от того, что я нашел это потайное место? Ну и... А, вот еще одно.
Так, туманы, волны, берег бьют, два солнца в озеро нырнут, и тени длятся там в каркозе. Там в каркозе. Там звезды черные, черные страны. Сияние странно от луны, но всех страннее мрак каркозы. Песни льют геады на поля, шуршат лохмотья короля. Пусть остаются там в каркозе. Напев души мой голос нем, умри неспетый, но совсем без слез останься ты в каркозе. Каркозе. Да. А чё? Типа... Ну, ну-ка, я сейчас сохранюсь. Совсем не стыдно. Так, чё, я выполнил? Так. Ну да, по идее я выполнил, да? А, раз она исчезла. Так. А, чё там ещё было? Так, письма. Корсайт. Сент Энн Лейн и Кингспорт. Да музыка заебала. Сет. Где-то здесь что ли? Подожди, еще раз. Песенка сильная. Так. Сейчас восточный конец в виде перекрестки Сент Эльм Лейн и Кингспорт. Перекресток. Кингспорт. Так, это можно убрать. Так. Ну это типа здесь. Вот. Так, а что я там должен был увидеть? На перекрестке на этом. На этом хером перекрестке. А эти видения испытывают меня, так играют. А... Страх я оживаю. С детства я боялся оставаться один. Мне все время казалось, что дети уйдут, когда-нибудь не вернут. Сегодня я отправился в восточный консульт, где пришлось на перекрестке. Так. И видение пришло на перекрестке.
Он был совсем днем в запертой комнате, голодный и напуганный. Оставаться там было очень страшно. Но снаружи было еще страшнее. В коридоре что-то скреблось. Снаружи доносился ужасные крики. Я не мог бежать, не мог прятаться. Я просто ждал, когда вернется мама. А видение где-то здесь. Как она без конца пополняется? Как вот мне... Как мне катер отпустить? Вот. Хорошо. Так, где-то на этом пере... Блядь, да ты... Чё, издевайся? Водка вообще сквозь текстуры нахуй. Она тонет? Чё, блядь, с ней? Они здесь ли? Я где-то здесь. Да? Ну да, можно здесь сказать. Да, вот этот. Блять, у меня патронов вообще так, предметы. Создать. О, я печки могу сделать. Ты посмотри, обосраться. Капкан могу сделать. А мне никто не говорил. Ладно, будет сильный враг, буду это ебашить. А будет слабый враг, буду этим ебашить. Что-то у нас. Порох, всякое говнище. Так, тут видение какое-то должно быть. Меня, блядь, тут должно осенить. Причем не хуёвски так прям осенить должно. Вот чё вот он? Господи! Ёбаный ты. Тебе стыдно, блядь, должно быть. Такой мужелан здоровый. Так, надо смотреть еще на камеру, когда она сужается, так, значит, где-то что-то происходит. Где-то есть, значит, потайная дверь. Типа вот такого. Да ладно тебе, хорош. Записуля, не знаю куда ушли мама и папа.
Мама поцеловала меня в лоб, дала мне мистера Тедди и ушла. Прошло уже очень много дней. И мистер Тедди совсем одни тут так холодно и сыро. Если у вас есть одеяло, я буду так рад, если вы хорошие и нашли эту записку. Я живу в коричневом доме. Там много цветов, но теперь они покрытые и грустные. Меня зовут Тимми, и если вы мне поможете, мы будем самые лучшие друзья. Только, пожалуйста, не надо монстров. Я весь красный и липкий. Ты конь? Коричневый дом, цветы. А, типа, оно разгадано, нет? Знание. Письма из окна. А, оно разгадано. Так, есть еще здесь. Из окна. Вроде бы здесь что-то. Вот, конвейс сайта. Это прошло так недалеко от пересечения Танер Стрит и Олд Черч Роуд. Это мы смотрели, это было Танерстер и вот здесь вот. Нам надо поставить. Так, что перекресток? Стрит. А вот этого нам надо. Подожди, я не понял, я же выполнил, да? Оно выполнено? Типа знания. Журналы. Я не понимаю. Ну, я так понимаю, делать без вот этой штуки, это значит... А, прикрепить улику. Не понимаю я, как это здесь работает. Ох. Ладно, на этом все. Так что, давай тебе... Всего хорошего, счастливо. Давай. До скорого в этом дерьме.